насколько клубы, насколько клуб берет тренды и их развивает. Групповые программы, да, групповые программы, ну, во-первых, так как я из групповиков, это для меня всегда такая какая-то больная тема. А второе, групповые программы – это один из самых сильных конкурентных преимуществ клубов, да. То есть, ну, примерно около 30% людей покупают клубные карты, ну, на полуформатных клубах, да, вот у нас, именно из-за групповых программ. Поэтому здесь прям очень важно отстроиться и посмотреть, что у них есть. Мы смотрим сетку, то есть ее наполняемость, смотрю наличие лицензионных программ, ну, тоже у нас Meals, там, Zumba, вот, проверяю, реально ли она лицензированная, или чуваки просто взяли и воспользовались картиночкой, ну, это можно проверить, эту же Zumba. Ну, Zumba там еще ладно, повернуть как бы не так сложно, можно не увидеть, да, там отличия. Но очень часто клубы Les Mills используют такие вообще прям, ну, это вообще-то не Les Mills. И не имеет к нему никакого отношения, но берут название. Угу. А, ну, или тот же CrossFit, да, это тоже лицензионная история. А, потом смотрю количество вообще и наличие платных занятий. Их соотношение с бесплатными занятиями, да, то есть здесь тоже будет сразу же представление, в какую сторону нам двигаться. А, детский клуб. Очень важно, очень часто называют, ну, бывает детский клуб, это комната пересиделки, да, куда можно просто, где можно просто оставить ребенка, а бывает детские клубы полноценные центры, ну, скажем так, развития, где решаются все потребности, закрывать все потребности ребенка. То есть это не только физическое развитие, но это и развитие там творческих способностей, там, всего чего угодно, в общем, обучение. Смотрю также на наличие стартового пакета, да, что мы, стартовый пакет, это у нас, допустим, водный инструктаж, может быть, водный инструктаж в разных зонах, может быть, и с групповиками, может быть, и в тренажерном зале. Также смотрю фитнес-тестирование. Вот, и смотрю, действительно ли это фитнес-тестирование, которое вот оказывается фитнес-консультантами, то есть людьми с медицинским образованием. Очень часто просто копируют название, да, называют там «мы фитнес-тестирование», на самом деле этот человек приходит, а его там тренер на весы ставит. Ну, вот, около того и там, не знаю, меряет талию, грудь и объем бедер. Вот. Значит, смотрю легенды сотрудников, тоже очень информативная вещь. Во-первых, понять уровень их образования сотрудников, да, что они вообще из себя представляют. Ну, потому что все-таки мы потом к этому придем. В третьей нашей части сегодняшнего дня люди покупают карты за стены, а продлевают они из-за людей. Да, покупают за стены, продлевают из-за людей. Поэтому посмотреть, чего там вообще происходит с сотрудниками, очень важно. Тем более у нас в Москве это вообще, ну, там, не так сильно. Потому что к человеку, ну, не поедут. Ну, даже если он очень крутой. Ну, потому что пробки и локации имеют определяющее значение. А на городах 300 тысяч, конечно, манипуляция сотрудника может быть достаточно, ну, сильной. Да, он может переходить, но и люди все будут к нему ездить. У нас, в принципе, таких историй, что там ушел тренер, мы там прям как-то потеряли. Чего они там, ну, как бы они не манипулировали, очень хорошо. Поэтому нужно по центру куда-то уйти, чтобы было удобно. Ну, в Краснодаре тоже, да. А я вот говорю, что вот у ребят, ну, где-то города вот в районе 300 тысячников, там даже 350. Ну, уже там от полумиллиона сложнее, конечно.
Ну и смотрю бассейн, чаши, бассейн, метраж и какие групповые программы есть. Да? То есть мы сейчас с вами взяли маркетинг, дальше я беру и анализирую прям очень качественно конкурентов. Значит, можно следующий слайд? Я проанализировала конкурентов, и на основании этого, это такая табличка, она очень условная. Во-первых, мы с вами должны понимать, что все, что вам дается вот с какими-то стандартными данными, мы не работаем в строительстве, да, где есть вот такие вот нормы, там 0,7 бетона замесить стенда. Во-первых, это все очень подвижно, это достаточно сильно может откладывать отпечаток на регионы, да, и это практически все, это собрано, как это сказать, ну, не своим, а ну, тем, что ты ручками это делаешь, и на основании этого создаешь эту аналитику. Поэтому можно увидеть разные данные у разного эксперта, и ну, просто с этим нужно каким-то образом жить. Потому что говорю, что это не замешивание бетона, что у нас есть четкие вот какие-то нормы всего этого. Значит, смотрите, к чему я это? Вот я проанализировала, поняла, кто является моими конкурентами. Да? Я понимаю, что я хочу вот выйти в том же сегменте, да, примерно там стоимости выше или там стоимости ниже. Значит, смотрите относительно оборудования. Вот здесь под оборудованием я понимаю ну, большое оборудование, то есть тренажерный зал. Здесь указаны сегменты. Ну, а вы сами понимаете, они тоже достаточно условные. Что такое эконом, что такое бизнес, что такое премиальник. И относительно того, какое оборудование в каком сегменте целесообразно или нецелесообразно использовать и используется вообще ли в принципе. Значит, смотрите, начнем с вами оборудование для тренажерного зала. То, что является самым одним из самых затратным в создании фитнес-клуба. Тенденция такова, что вне зависимости от того, какой сегмент, то есть это эконом, это бизнес или это премиальный, оборудование может стоять самое-самое последнее и самое дорогое даже в эконом-сегментах. И последнее время это случается все чаще и чаще. Есть Алекс Фитнесы, которые стоят на Техноджиме. Сейчас есть 6 фитнес-клубов, по-моему, 2 DDX-ы. Они стоят на техноджиме и на хороших техноджимах со всякими этими диджитал-прибамбасами, вот, которые, в принципе, даже к любой линейке добавляют в районе там, 30% стоимости оборудования. Угу. Вот. И поэтому, если вы хотите с ними конкурировать, при прочих равных условиях, если у эконома стоит там, хороший лайф-фитнес, то вам будет тяжело конкурировать, если вы китайцев поставите. То есть вот я сейчас про это. Да? Вопрос, конечно, относительно того, насколько наш потребитель разбирается в оборудовании, вопрос риторический. Да? Но здесь что мы еще должны понимать? Обслуживание. И то, сколько времени в хорошем состоянии будет функционировать это оборудование, да, тоже имеет значение. Ну, конечно, наверное, когда человек совсем без опыта какого-либо тренировочного, ему что лайф-фитнес, то техноджим, что какой-нибудь там, китайский бренд, ну вот, совершенно там не имеет никакого значения. Но все равно нужно понимать, что оборудование и качество оборудования – это ну, конкурентное преимущество. Дальше. Ну и, конечно же, все-таки, если это премиальный сегмент, то все-таки вот там любое оборудование не зайдет. То есть, если премиальный сегмент, то это по-любому оборудование премиальных марок.
про премиальные марки и вообще по оборудованию, сейчас там чуть позже остановлюсь. Оборудование для спецгрупп. Что я здесь имею в виду? Ну, допустим, реформеры, зоны реабилитационных тренажеров, то есть это обычные тренажеры есть, да, такие вот марки. Они, как правило, это популярно больше в Европе и в Америке. То есть это обычные тренажеры, каким-то образом, по специальному, там, с биомеханикой, еще что-то. Они могут, ну, допустим, сейчас у меня вылетело из головы, ну ладно, снимать, в общем, нагрузку в определенных там положениях. Оборудование для спецгрупп. Ну, соответственно, мы должны понимать, что чем выше сегмент, тем больше необходимость ставить это оборудование. Значит, что касается вообще этого оборудования для различных мини-групп, мы там на следующем слайде чуть побольше об этом поговорим. Стартовый пакет, да? Понятно, что стартовый пакет это, ну, как правило, все равно дополнительный фонд оплаты труда. То есть вы по нормально все равно должны оплатить это инструктору тренажерного зала, там, если это фитнес-консультант, то фитнес-консультанту. Если вы это не оплачиваете, то есть риск того, что качество этого, конечно, будет совсем другое. И там тренеры будут, ну, тупо оценивать людей по внешним факторам. Они это умеют и отсекать, буду я проводить или не буду я это проводить. Вот, стартовый пакет. Ну, понятно, что чем выше сегмент, тем больше этого стартового пакета, ну, внутри может быть. То есть это может быть и бесплатный массаж, это может быть и фитнес-тестирование, и инструкторы в различных фитнес-зонах, и еще может быть там по две персоналки. Ну, это все там, можно назвать стартовым пакетом. Это при покупке годовой карты? Да. Ну, может, и полугодовой карты, зависит уже там от целей и задач клуба и этой акции определенной. Запись на групповые. Ну, то есть мы понимаем, что это все-таки, если это премиальный сегмент, то записи на групповые программы, ну, быть не должно. То есть люди должны, ну, заплатив энное количество больше денег на входе, должны внутри нормально пользоваться услугами. Значит, тренеры. Вот, что здесь хотел остановиться. Ну, смотрите, о чем я здесь. Тренеры на аренде, они, ну, как бы малоуправляемые, вот, гражданами. Поэтому чем выше у нас сегмент, тем больше нам необходимо того, чтобы у нас сотрудники были управляемые, сотрудники были сервисные, сотрудники обучались, да, развивались и соответствовали нашим каким-то стандартам. Да? Если мы сдаем помещение в аренду, ну, то есть, как бы, здесь понятно, что мы, в принципе, в этот момент, они для нас все тренеры, они такие же клиенты. Вот. Поэтому все-таки чем выше сегмент, да, тем у нас должна быть, в принципе, меньше текучка и там больше соцпакет и вот эти вот все вещи. Фитнес-консультанты. Ну, понятно, что чем ниже сегмент, тем меньше нам необходимо того, чтобы еще какой-то человек сидел, да, и там полчаса у него были, там все равно ему это все оплачивать нужно. Лицензионные программы, ну, вот здесь вот на самом деле не от сегмента зависят лицензионные программы. Они могут быть как в экономии, так и в бизнесе, так и в премиуме. Но понятно, что если это сетка эконом-клубов, то вытянуть все это им гораздо проще, нежели, да, там, какому-то одному клубу. Ну и здесь, в принципе, про лицензионные программы в маленьких клубах тоже, как в регионе, как в городе поведется. То есть это могут уже оплачивать как клубы, так и, ну, люди самостоятельные, инструкторы. Ну и наличие платных уроков, в принципе, может быть в любом из сегментов. Угу. Вот здесь есть какие-то вопросы? Да. Фитнес-консультант, объясните, что это? Фитнес-консультанты кто такие? Сейчас вкратце объясню, чтобы мы, когда это всего касались, было понятно. Вообще у нас там завтра большой блок, и про них все рассказываю. Фитнес-консультанты – это своего рода врачи.
это реально люди, это не является, ну, как бы обязательным правилом, но вообще это врачи, люди, которые оказывают услуги по проведению фитнес-тестирования. Что такое фитнес-тестирование? Оно может от клуба к клубу отличаться, и каждый клуб его придумывает, ну, грубо говоря, придумывает, да, там, самостоятельно. Что у нас входит, допустим, у нас в клубах, у нас это стандарт, он обязательный. Фитнес-тестирование – это, значит, сначала проводится анамнез, это сбор первичной информации, ну, там, какие заболевания и тому подобное. Со слов клиента. Да, со слов клиента. Дальше проводятся функциональные тесты, функциональные пробы. Это там тест на гибкость, тест на координацию, тест на выносливость, то есть определяет МПК, это максимальное потребление кислорода и уровень работоспособности. Потом оценка осанки, да. Все, и определение, здравствуйте, композиции тела, то есть состав, сколько жира, мышц, на вот этих всех приборов. Платная история? Первичная нет. То есть это все резюмируется, и им говорят, это для адаптации, вот мы к этому и сегодня еще и для продажи, вечером. Наверное, инструмент дополнительный для продажи. Вот вернемся и расскажу, вот я бы не сказала, что прям основное, это будет от сегмента зависеть. Вот мы работаем в основном в бизнесе, и я ставлю и доношу, что это в первую очередь адаптация людей в клубе для того, чтобы они посещали его. В первую очередь. Продажи, да.